руку. Добрый день, у вас готово. Как раз по левому флангу. Дает передачу на фланг, удар. Так, Мбаппе по левому флангу. Есть варианты. Мелько. По удар поворота. Хорошо. Левая, левая, стоп. Сейчас приходит оборону в атаку Борисовской Батэ. Сейчас Жульпа с мячом. Что придумает Данила в этом моменте, отдает на правый фланг. Борисовский Батэ входит в штрафную площадь. Удар и Наумович на месте. Борисович, наверное, штрафную. Открывает Посвятинский, но продолжается атака Гоблина. Ермакович, удар. Волбовке и ошибается. Мартынов. Сотель отдает на Янова. На моменте. Хорошо, дает на Сотеля. Удар. Василий Сотель. И фиксирует головой. Да, коснулась нам игрока Борисовского Батэ. И будет показывать, что будет подача. На вечер площади. И не попадает. Попадает, значит, не попадает. Немножко. Красовый удар и вышел ворот. Шарковского. Хорошо. Хорошо, Шарковский. Удар и... Защитный мяч. По-моему, показал, что мяч попал. Пробил. Советский был, если не ошибаюсь. Потому что нельзя сейчас 20 ранних защитников, почему? Два поворота. Довольно-таки неудачно. Некрасов с мячом. Хорошо убирает защитников Гомеля. Отдает карточка, хорошая передача. И хорошо в этом моменте сыграл Игорь Кузьминов. Панеева. Панеев, пас вперед. Шиковского, удар. Дальний удар. И хорошо. Сейчас мячом навес вперед на Некрасова. Смотрим, что придумает Некрасов в этом моменте. Не будет, наверное, навешивать. Смещаются по центру, удар и снова выше ворот. Подобными действиями пытается нам бороться на правом фланге. Киселев. Навес штрафную. Хорошо, Мелько бьет и... Мелько сейчас мячом. Удар поворотом и... Пальцы Наумович, и хорошо сыграл Кузьминов в этом моменте, подстраховал вратаря между ног. Сейчас может залететь. Навеш штрафную. Принимает его мяч, обыгрывает защитника и... Саникова. Ворот. Дает нам Джона. Джон. Хочет штрафную. Прострел. Удар. И хороший сейв в исполнении Дергачева. Хорошо. Приворот сыграл. Отобрал мяч. Сотель. Отдает на Емельянова. Принимает мяч Емельянов. Хочет штрафную площадь. Удар. И забивает. Камельчане открывает счет. Дмитрий Емельянов. 1-0 в этой встрече. Отличный пас. Приворота. Не менее отличный пас. Точнее, хороший отбор и пас на Сопеля, и Сопеля разрезал на Емельянов, который все-таки оставался точно ударить поворотом. Верка счет в этой встрече. Поздравляем Милана Белоха. Забивают они. Это не уже Жульпа. Вместо него выходит номер 5 Владислав. Удар!
счет 1-1. Наша встреча. Хорошо сыграл Пиворот. Отдает на Дубровского. Выходит Дубровский 1-1. Что придумает Владимир в этом моменте, и успевают защитники Батэ. Продолжается атака гомельчан. Расстрел, удар. Агеев сейчас, автор второго дала, отдает хорошую передачу вперед, и новый мячи француза. Посмотрим, что придумает в этом моменте. Пас на левый фланг, туда. Сравнял счет. Потом не Агеев.